Отсюда Варшава. Варшава, да. Приехали. Вот стадион Легия Варшава. Легия Варшава. Он отель, либо у нас поезда ходят. Вот это да. Здравия. Миша новогодний. А еще у нас есть клубника. Вкусненькая. Здесь нерадостная. Новогодняя Варшава. Потом снимем вам с... Кому вам? Снимем из номера, как у нас в 10 метрах мост железнодорожный проходит. Так вот, да, зимой, конечно, совсем не воспринимается. Мы идем, страдаем, думаем, как бы тут классно, если бы мы осенью хотя бы приехали, и все было зелено. Снега вообще нет. Снег только в Запорожье был. Все, до свидания. Вот мост, который поляки нагло украли у Запорожья. Только построили быстрее. Почти такой же, наверное. Ремонт. Шеврот написано. Шеврот Коперника. Вообще все тут что-то делается в Варшаве. Там мы сейчас перешли на другой берег от того, где мы живем. Сейчас мы и джеми зобачить, что то есть. Юля? Это наш специальный корреспондент с Варшавы. И Ули, и А. Чищиковска отличает Польшу от нас. Видите, какие балконы. А я, кстати, ну это, наверное, не жилые или жилые. Но в жилых домах то же самое. То есть у них балкончики такие, как есть, они такие есть. То есть их не стеклят, как хотят каждый, не вешают кондеров. Но это не жилые дома, скорее всего. Но в жилых вы увидите то же самое. Дом в центре Варшавы. Посмотрите, балкончики, вон у людей там что-то стоит, никто ничего не застеклил, но кондёры внутри, видите, у них. И вот где бы мы ни приехали, даже в Кракове, когда мы были, у них точно так же выглядит. То есть балконы, вот опять, они в таком же виде, внутри кто-то деревья там себе насадил. То есть нет вот этих непонятных халуп, как у нас мы все делаем, стеклим, что захотел. И вот мы когда ехали, а я не снимал, наверное, когда мы ехали с аэропорта, и там как раз окраина, маленькие домики, новостройки, они все вот такие, все они выглядят вот так. Изба пшиенч. Вещи от улицы Вибжеже Кощепковки.
Kościuszkowski. Для przyjęcia, для przyjęcia. Сегодня півдня и не можем найти, где тут какой-то центр, центральный. Вон какая-то елка. Сейчас мы до нее дойдем. Тут где-то, короче, должен быть Крулевский замок и Краковское предместье. А где? Никто не знает. Юля знает? Кто? Кабзду. Все знают. Ёвочка! То тут ай подо багато дуже поляк. Нам бы где-то покушать. Покушать бы нам бы где-то. Юля, куда мы пришли? Положительно, что то есть площадь рынок, але то не... То не... Что тут есть? То есть хербаты. А что, это видео? Это видео? Нет. То не видно. То есть видно. Миша скушал тортик, Миша счастливый. Это белка. Польская белка. Вивьюрка, да? Да. То есть польская вивьюрка. Привет, участник. Польский вивьюрец. О, если там есть, надо на входе и это орешковый юм. Хипопотамярный ракинариум. Викуня. Пташарня. Не працює. Не працює. Недźwiedzie polarne. Зебри. Кангури. Ух ти, кунички. Пінгвіни прилядкові. Хто то є? Недźwiedzie polarne. Пішмовули. Акваріум. То пішли. Другий день в Польщі. Погода труба. Зима осталась в Запорожье. Да, это, кстати, блин, зима осталась в Запорожье, это я нашел кусочек снега единственный вообще в Варшаве. Потому что там его нет, это мы вообще в зоопарке. Но сегодня еще нормальная погода. Потому что нет дождя. А на 31-е будет дождь. И все. И дальше одни дожди. Я не знаю, что мы будем делать, конечно.
Поэтому сегодня мы будем ходить, а завтра, я не знаю, будем есть в отеле много еды. Ну, там Юля что-то постоянно что-то делает. Не знаю, что она постоянно делает. Это постоянно делает. Юля, а что ты делаешь? Я не знаю, что делает. Постоянно что делает. Макаку в Новый год. Веселится и ликует весь макаковский народ. Вот так вот с Украины приезжают люди и да, воруют достояние республики. Это точно шишка? Смотри, мало ли. Что это такое? Пахнет шишка. На зуб не пробовать. Все, у нас будет украшение для дома. Новогоднее. Стоит воровать шишки. Это видео будет направлено в полицию Мазовецкого воеводства міста Варшави. Ота дівчина неодноразово була помічена. Вже пів ліса додому забрала. От ще щось. Отак. От так приїжджають люди. Ну давай, спускайся. Что он не делает такой? Оба, тусня. Все. Он убежал. Вот это да. Он увидит черепашку. Жаль, что камера не передает вам запахи, ребята. Это мы пришли к слонам. Слоны тут давно, судя по всему, живут. Это женщина какая-то. Дотыкач. Написано же тобі не дотыкач. На кого пишут не дотыкач? Пестунчик. Желтоповедовый. А ты уже тунчик это, другой. Я тунчик. Уже к этому относишься. Бетитноповедовый. Ты слушаешь королевский. Ми по новому мосту. Были в зоопарке вот там. Сейчас идем гулять. Шпили. Это шпили какие-то. Это Юля. Это, наверное, это королевский замок. Сейчас пойдем туда, вот музей какой-то, Коперника. А потом будем есть много. Куда мы пришли? Это музей. А, музей Коперника. Всякие штучки тут такие происходят. Какие-то шарики качаются, там шарики качаются.
Дети бегают. Юля, смотрите, пожалуйста. Всякие, знаете ли, физические штучки, дрючки. На что я сюда пришел, если не можно ничего дотыкать? Бо я хочу дотыкать чего-то. А не можно дотыкать. Лихтарик? Якийсь старый лихтарик. Да я хочу чего-то дотыкать. О! Барзо можно. То можно дотыкать, Юда. Можно дотыкать. А, это передача показывает. Якая ж передача. Чи мог я тут дотыкать? Ну, не ездит велосипедист. Ну, блин. Уходи, это моя велосипедка. Победим мы, победим, Юж, победим. Добре. Тому і не можна дотикати. О, ну-ка, дотикай. О, це щоб віно робити. Це робиш віно. І закінчилась моя перша робота в Польщі. Я не зміг почати їхати. Что происходит? А что, она не работает? Вот, надо вдвоем быстро. Ничего не может. А, ты вот это? Ты вот это что? А кто это? Кто это передо мной? У меня такого нет. Что-то она не сильно понимает, что я делаю. Ну куда она гуляет, смотри, туда-сюда, где мы? Что это за? Я и так не играл. Цвет. Оттенки. Какой я этот цвет тени, да, в зависимости от. Смотри, как рука своя светится. Точно не зрозуміло. На різних язиках. На різних язиках якийсь манускрипт.
то есть, друзья, Краковское Средместье. Это готель Бристоль. Бардзо модный. Юлия. Бардзо модный? Нет. Милица корова. Да, отошли в сторону на два шага и нашли какую-то супер площадь. Біля готелю Європейського, вулиця Токажевського, Карасевича. Юля, хто це? Скажи мені. Я голосую, що це какой-нибудь Півсуцький. Спорим? Да, я вгадав? Вгадав? Да. Это Пилсудский. Кто такой Пилсудский? Я не знаю. О, там еще какой-то мужик. Это нам будет сюда в парк днем прийти. Угу. Что это за парк? Заболит он нигде. А, тут камера есть, на них смотрит. Ну, это же главный. Да? Да. Да ладно, жесть. Мамо, марш! Я такого никогда не видел. Сакана театрос. Юля спешить домой, бо бардзо хоче спати. Там, де то живем, это стадион Легія, Варшава. Это светится планетарий. Какие дела? Чекай. Комета, чекай мне. Чекай. Вот такой Новый год в Варшаве. Плюс 10 сейчас температура и дощака на целый день и на завтра, и на послезавтра. И ветер еще там до 12 метров в секунду. Это вид из нашего окна в номере. Вот, сейчас как раз проедет мимо. Рядом у нас ЖД мост. Спасибо. И тут целый день ходят так поезда до 12 ночи.
Ну, на самом деле их не сильно слышно. Потому что не сильно слышно, особенно когда закрыто это. Такой у нас номер прикольный. Чекавый. Небольшой. Там сейф. Прикольный номер. Это как, какая-то женщина стирает вещи опять. Сейф. Прикольный номер. До центра рукой подать. Вон там мост, как раз центр. Вот он. Прикольный. Такие вот дела. Przystanek Rąk do Waszyńczu. Stadion Narodowy. The National Stadium. Музей народовый. Все-таки национально переводится. Цивилизация. Юля, цивилизация? Да. Наших коммунальных служб, как проводятся ремонты и как они ограждаются. На секундочку. Никакой вокруг нет этого всего. В заборище. Все, то смотрите, опалубка какая-то сделана. У нас ленточка одна будет где-то болтаться. Это всегда, конечно. Почему у них щелкунчик? Не знаю. Это польская? Это же щелкунчик, это Чайковский? Или кто? Нет. Вот. Типичный польский дом. Смотрите, как классно. Аккуратненько. Балкончики открыты. Никто ничего не навешал. Так обратите внимание, ни одного кондера. У них обычно если кондеры, вот опять же, смотрите. Все, красота, не описано. У нас бы уже тут 15 настроили балконов в стиле древнеримского повелителя какого-то. Понавешали. Тот утеплился бы там, тот еще что-то себе сделал. У них, кстати, вот тут. Ну это здесь, может, с кондерами еще сложнее. Может, нельзя. Обычно у них кондеры вообще просто внутри балкона. И ни у кого нигде не торчат трубки с кондеров на улицу. Все выведено в канализацию. Это от румынское посольство. А это румынские звежен. Амбассада. Посольство Финляндии. А там Румынии. О, это амбассада Норвегии. А где указатели? Интересно, вот у них сделано, да, что везде эти фоточки висят. О, классно. Пришли в парк Уяздовский. У нас, если что, зима и 31 декабря сейчас, если кто не догадался. Юля белку ловит. Опа, стадион я, короче, надурил, оказывается, возле нас стадион народовый, то есть национальный. А стадион Легии сейчас будет где-то в этом парке. Юля что-то там рассказывает, да. Если вы не поняли, вы можете узнать. Живые домики, похоже. Живые домики, дающие домики. Я
Блин. Парк. Какой парк? Лаженьки? Не, лаженька это ванная. Я сейчас вам покажу самого злого льва в мире. Хотите послушать, как матюкаются поляки? Я специально для этого приехал. Легия, теннис и гольф. Какие трибуны. Интересно, тут проводятся, наверное, какие-то турнирчики. Судя по трибунам. Где тенниса, грач. Сейчас он тяжело бежит. Весь асфальт поломал, наверное. А вот это, судя по всему, наконец-то и есть тот самый стадион. Еще один корт. Легия, теннис. То есть стадион Вольско-Польского. Легия Варшава. А это жилые дома, интересно. Похоже на наши люди там хаосы. Да, ну номера есть. Один-два. Один-два. Один-един. Один-два, пошли. Пожалуйста. Это на болгарском. О, школа подстового, кстати. Это же начальная школа. Школа подстового. Беднарска. Ну да. Такая необычная школа, если честно. Нет. Я здесь вижу. Очень любят Путина в Польше. Вот, да, памятники ставят ему в парках. В виде разных львов там всяких. Вот, пожалуйста. Это амфитеатр на Выспе. Ребята, это торговый ряд Верже в Варшаве. Где фокус? Фокус-покус. А это кто какой? Я забыл, что это такое. Центр науки. Центр. А, вот написано Палац культуры и науки. Мы его вообще увидели первый раз сегодня. Целый день по прогнозу был дождь, но его не было. И вот сейчас 8:30 он пошел. И что мы будем делать, я не знаю. Может, он, конечно, перестанет.
что у нас дома даже есть нечего. Есть? Есть, конечно, что-то. Мандарины. В Варшаве у нас 23.57. Каких? А, это в Украине 23.57. А в Варшаве сейчас 22.57. Но мы будем встречать украинский Новый год. Потому что в Украине скоро Новый год. И вот поэтому у нас кофе. И одевочка. Ну ладно, не кофе. Вот у нас Украин Новый рок. И танцы. Година і 12. Новим роком. Где-то кто-то был с бенгальскими огнями, но они уже ушли. Мы сразу поняли, что они похли. Ребят, 1 января жизнь кипит в Поляндии.
У нас 1 января на улице никого не увидишь вообще. Это мы выехали проверить, откуда нам уезжать послезавтра. И правильно сделали, потому что непонятно с этими поездами. Сели на один, вышли до другого. Очередное видео про балкончики. Дома здесь уже, конечно, не такие красивые, но тем не менее балконы, видите, вообще не застеклены. И кондеры у них висят внутри балконов, никаких трубочек наружу не выведено. И у них у многих, видите, ну, тут, конечно, бывают и склады, но у многих стоят стульчики, цветочки. И у многих вообще были елки на балконах. Идем в музей народовое. Юля, как переводится музей народовое? Народный. Ребята, я попал в этот. В как его? Короче, в свою стихию. Какая-то суперкартинная галерея польских майстрив. Зашли на легкий перекус. Легкий ужин. Легкий перекус, даже не ужин. Мы уже как бы ужинали, а это так, мы зашли перекусить. Ой, господи, господи. Или мы живем, вон оно, как у нас второе здание, вот первое, второе вот так. Сегодня идем на экскурсию стадион Народовый. Пустота, пустота. Вот, сейчас там есть какая-то экскурсия о 12-й, который оказался не Легия Варшава, а национальный стадион. Ну, конечно, удобно, раз. Поездов миллион, ходит разные, хочешь, все большие, классные. Мы вчера сели на какой-то поезд и не знали, что сделать. Потому что он нам по маршруту показал, и он ехал, как все остальные, но там некуда было прокомпостировать билет. Мы с него быстро вышли на всякий случай. Это штраф? Да, штраф один. 150 или 181 злот. Да? Или 100. Мы не помним. Все равно много, просто считайте, сколько до 1000, а то и больше 1000 рублей в штраф. А тут серьезный дядька ходил. Видел, типа, мне не понравилось, он пришел из фильма, когда мы ехали. Блять, хухли. Мне нужно чипать. Завтра нам выезжать в 6:30 утра, ёкарный бабай. Даже завтрака нам не достанется. Куча еды. Ну, у них как в Греции у нас была в Анна-Марии, что там такое одно, ну, то есть омлет, сосисочки. Короче, одно и то же, в принципе, каждый день, но просто его много. И ты можешь выбрать, там, хочешь колбаски, хочешь там кашку сделать, арбузики, тосты, ну, короче, все, что хочешь, можешь собрать. Ну, мы все берем. Мы берем просто. В принципе, все, что есть, мы все берем и едим. Потом идем в номер, лежим. Потом идем дальше.
меньше. Поезда. Это какой поезд, кстати? Ну, какой-то городской обычный поезд. R3. Ну вот. Стадиончик какой интересный. На нем было на Новый год поздравление по кругу. Ходила. Вон написано выдвижение и вычечки. Вычечка — это экскурсия. Рама меньше. То може купить якогось снедания? Что то есть? Горальки с чоколада. Вафли? Зежики. Зежики. А то еще павелек. Адвокат. Масочка охранна. Где есть вицечки? Не мам. Выдвижение, вицечки, касса, задня. Не пускают нас поляки. Стадион народовый. Великопольского. Не надрываем. А. Przyjaciół mi ze znajomymi bawił się właśnie w tym pomieszczeniu. No tak jak już wspomniałam na samym początku, tak jak tak i w tej loży, VIP-owie mają katedrę. Цо? Цо? Пошли, Капцо. Клуб музичний. Манчизний. О, його. Какой-то.
Піп, їхні і воїни. Смотри, все зацикльоно, ні, ні, один какой-то вообще, это не поляк, наверное. Это украинец. Ребята, классический пример нормальной цивилизации. Вот видите, никто не заехал. Да, хотя это таксист, и он все равно не заехал на зеленый. То есть он встал, чтобы не создавать пробку. У нас было бы всем пофигу вообще. Пофиг. То есть вот видите, загорелся зеленый, мы спокойно идем. Человек не занял пешеходный переход. И так всегда, везде. Учитесь. Друзья, так как Варшава, Польша, это все-таки Европа. Что? Что? Что-то было? Не знаю. А что это было? Вы, наверное, на выставку жопы пошли. Замешали мне сказать, что Польша это европейская страна, поэтому у них проводится выставка жопы. Поэтому, пожалуйста, заходите. Что обычно монетки кидают в море в конце поездки. А так как тут моря нету, а до воды нам идти лезть, то мы нашли якусь крабничку. Сесо от будови замку якогось там, тра-та-та, тра-та-та. И тут куча, короче, денег лежит. И мы сюда кинем монетки, чтобы вернуться в Варшаву. Срамота. Последний вечер в Варшаве. Вот так. Ой, это усы. Дождь идет, такой у нас вид. Мы обычно с соседям смотрим в окна. Это уже наш отель. Ну там красивый вид. Там вот видно центр. Вот мост видно. Вот, вот. Вот видно мост, по которому мы ходим. Или ездим, потому что мы уже ленивые стали. В первые дни вообще мы ничего этого не видели. А вот это мост, по которому ходят поезда. Прям под носом у нас. И как назло нету, когда снимаешь. Вот так вот. Новый хит. Тут у нас елочка. Юля сама ее собрала. Из подручных средств в зоопарке. Так оно у нас классное. Там три вида елок. Вот, наконец-то поезд. Вот так. Ну, сейчас тихо. Сейчас открою окно. Вот. Но это тихий поезд. Это он тихо едет, и тихий поезд. А бывает же такой, как даст. И они, бывает, идут один туда, один сюда, а потом один еще следом. Так что тут, конечно, трохи весело. Билеты. 6:30 утра. А мой мужичуха с тобой. Через 4 минуты щудный трамвай.
свой маленький не может снять. Ну, ладно. Наш отель светится в ночи. Service decal number 3. Next station, Warszawa Zachodnia.